Продолжается расследование дела о взятках на таможне аэропорта Домодедово. Ежедневный доход ее сотрудников мог достигать 1,5 миллиона рублей. Есть сведения, что на незаконно полученные средства один из руководителей поста приобрел огромную квартиру в одном из московских небоскребов. Всего по делу проходит 10 человек. Слово Дмитрию Смирнову. Одно рукопожатие, и можно спокойно идти дальше. Предположительно, только что эта девушка передала деньги таможенному инспектору в аэропорту Домодедово. Тем самым избежала досмотра своего багажа. Как видно на кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, также поступили едва ли не все пассажиры, прибывшие рейсом из Вьетнама. По некоторым данным, таким способом таможенникам удавалось получать до 1,5 миллиона рублей в сутки. Этот инспектор, похоже, решил не ограничиваться одной купюрой. На съемке видно, что он буквально отбирает бумажник у мужчины и куда-то уходит с ним. Как полагают оперативники, за деньги сотрудники домодедовской таможни закрывали глаза на контрабанду, провозимую через границу таможенного союза. Что находилось в багаже иностранцев, наркотики, оружие или какая-то контрафактная одежда, можно лишь предполагать. Спецоперация по задержанию сотрудников домодедовской таможни прошла в апреле этого года. Бойцы ОМОНа и сотрудники ФСБ блокировали работу целой смены. Уголовные дела возбуждены в отношении 10 работников таможни. Уже установлено 20 эпизодов в получении взяток. Еще 100 проверяются. Руководство поста, явно не ожидавшее такого развития событий, до последнего защищало своих подчиненных. Антикоррупционные действия, они нужны, они должны производиться. Но они должны производиться в установленном строго законном порядке. Для этого существует норма УПК, закон об ОРД и, хочу подчеркнуть, нормы действующего таможенного законодательства. Почему так нервно отреагировал на проведение спецоперации Рудольф Зимин, стало понятно позднее. По некоторым данным, двое из его подчиненных признались в том, что к получению взяток причастен и сам начальник таможенного поста, и его заместители. Сразу после скандала они дружно написали заявление об увольнении по собственному желанию. Где сейчас находится Рудольф Зимин, неизвестно. Предположительно, он может скрываться за границей. Прописан экс-начальник таможенного поста вот в этой обычной девятиэтажке на востоке Москвы. Правда, там его давно никто не видел. По некоторым данным, Рудольф Зимин может иметь и другое жилье в доме на Пресненской набережной столицы. Предположительно, в элитном многоэтажке, расположенной на территории комплекса Москва-Сити, ему принадлежат апартаменты площадью более 220 квадратных метров. Примерная стоимость такой недвижимости – почти 150 миллионов рублей. Элитный комплекс с вертолетной площадкой, скоростной железной дорогой и прочими составляющими роскошной жизни расположен всего в 4 километрах от Красной площади. Откуда у далеко не самого высокопоставленного таможенника деньги на такое жилье, остается лишь догадываться. Комментировать ход расследования резонансного уголовного дела по факту получения взяток сотрудниками домодедовской таможни в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК «Россия» пока отказываются. Дмитрий Смирнов, Анастасия Некрасова, Сергей Евдокимов. Вести, дежурная часть.